16 июля прошло 44-е заседание Десногорской избирательной комиссии. На повестке дня стояло два вопроса. Первым, избирательная комиссия рассмотрела регистрацию кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по 15-му округу, выдвинутого региональным отделением партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» Константина Викторовича Свиридова. Зарегистрировать кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва Свиридова Константина Викторовича, выдвинутого избирательным объединением регионального отделения политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в проведении в Смоленской области по одномандатному избирательному округу номер 15 при проведении выборов депутатов Смоленской областной думы 6-го созыва. Кандидат депутата Смоленской областной думы 6-го созыва Свиридов Константин Викторович зарегистрирован также в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, региональным отделением политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по единому избирательному округу. Дата регистрации 16 июля 2018 года. Время регистрации 13 часов 6 минут. Второе. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 15 Свиридову Константину Викторовичу удостоверение установленного образца. Вторым вопросом комиссия приняла решение о регистрации кандидата на выборы в Смоленскую областную думу 6-го созыва по 15-му избирательному округу Николая Ивановича Новикова, выдвинутого региональным отделением партии «Справедливая Россия». Зарегистрировать кандидатов в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва Новикова Николая Ивановича, выдвинутого избирательным объединением региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» по одномандатному избирательному округу номер 15 при проведении выборов депутатов Смоленской областной думы 6-го созыва. Кандидат в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва Новиков Николай Иванович зарегистрирован также в составе списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» по единому избирательному округу. Дата регистрации 16 июля 2018 года. Время регистрации 13 часов 10 минут. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Смоленской областной думы 6-го созыва по одномандатному избирательному округу номер 15 Новикову Николаю Ивановичу удостоверение установленного образца. Председатель комиссии вручил кандидатам Константину Викторовичу Свиридову и Николаю Ивановичу Новикову удостоверение кандидатов.